Здравствуйте, всех приветствую на своем канале. Сегодня будет прохождение мафии. Давно не было, конечно, видео. Ну и с мафией были небольшие глюки, да, потому что как у меня стоит мод, ну я считаю, самый лучший мод, который не портит эту игру, только добавляет ей красоту, потому что игра, она правда хорошая, можно сказать, прекрасная для своего времени. Вот, ну, помните там предыдущий уровень, да? Вот. После фермы у Лукаса был там глюк. Надо было просто пешком зайти. Ну, бывает с модификациями. Ну, все, видите, поправимо. А почему считаю? Потому что разноображивает, конечно, эту игру. Посмотрите, как вот и машина лучше выглядит, и вот сам Томми поприличней стал, да? И номера посмотреть читаемые, а самое главное, смотрите, какая вода. Не вот этот кисель какой был. Как вот все видно, да? Ну, приятно посмотреть на Lost Heaven. Давайте сейчас пройдем один уровень. Потом я запишу длительное прохождение на эту игру. Кому понравится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Мне вот как-то вот просто вот эта модификация, она мне как-то больше по душе. Ну, естественно, эту игру не один раз проходил, но вот понравилось мне. Вот вам решил показать. Ну, многие знают про эту модификацию. Чего же тут греха таить? Ну, вот есть в этой игре какая-то, да, вот, ну, не изюминка, а как сказать, своя прелесть, да? Ну вот еще Мафия 2, но Мафия 2 немножко уже не то, но тоже можно поиграть, у меня будет на нее, опять же, еще видео. А вот Мафия 3 мне не зашла. Вот здесь посмотрите, как вот, ну намного приятнее, чем в обычной версии. Где этот? Кривот он. О, видите, варкинг. Поэтому как-то что-то, я говорю, есть в этой игре, что иногда хочется ее пройти. Хотя игре уже больше 10 лет. Да. Как он в 2002 или в 2000 вышел, не помню уже. У меня был старый компьютер. Помню, даже ждал, пока уровень загрузится. По минут по 20 некоторые, кстати, да. Ну, сколько мне было лет, 16. Хотелось пройти эту игру. А дольше всего грузилась миссия, когда погонь была с Марвела в порт. Ну, кто играл, тот хорошо помнит. Сразу скажу, что мод этот вышел, да, к десятилетию этой игры. Добавляет витрины. Вот горящие ночью они светятся. Потом графику улучшают. Это шейдерная вода, вот надпись Coca-Cola, мы врезали в столб. Я считаю, что неплохо постарались ребята. Машина, он видите, кстати, я вот на какой машине, я считаю, прям отчетливо видно, да, изменения, допустим, вот не в номере, а просто в машине, вот. Видите, как он. Ну, они, видите, они же еще типа как настоящие стали названия. Вот давайте сейчас посмотрим, залезем. Вот. Chevrolet. 4-4-door седан. Ну, скажу так. С
стало играть просто приятней. И те, кто действительно играл в эту игру, да, вот так вот, то советую пройти этот мод. Ну, потому что, если уж на то пошло, начинать ее как новую игру, я не знаю, это такое, скажу честно. Такое, да. Потому что сейчас 2019 год. Да, все-таки. Пошел нахер. Вон ведь ручки, как все, вот как машины прорисованы. Намного лучше. Вот я такого цвета возьму машинку. Поэтому что тут говорить? А вот заново начинать проходить ее, кто не играл. Скажу так, она вряд ли понравится тому, кто в нее не играл. Да, вряд ли. Ну, допустим, если бы я в эту игру ни разу не играл, и вот даже начал бы играть, допустим, даже так, года с 2010-го, с Мафией 2, я думаю, что вряд ли бы я стал в эту именно играть, потому что... И так же, как вот... Блять, ты чё, охуел, парень? Ты чё? Тварь. Ну, вот видите, с этими бандитами разговор короткий. Бах, всё. Я не буду такой нести бред, как, знаете, там, культовые игры, там, да, свой. Это хорошая игра своего времени. Люди постарались, сделали хороший мод, да, который, ну, возвращает ее хотя бы немного, что в нее поинтереснее сейчас вот пройти, поиграть, да. Потому что, честно скажу, вот без этой модификации, ну... Я вообще не хотел ее проходить, потому что уже уныло. Графика вообще не та. А так вот, посмотрите, город, ну, приятно, в принципе, приятно. Не знаю, пройдем мы эту миссию, нет. Неожиданно он на меня налетел, я не ожидал. Догнал, но тут, конечно... Противники серьезные. Вот опять же, объясню почему. Ну, во-первых, вот сейчас вот, кто не играл, начинать вот этот вот топорный, я вот называю вот топорный геймплей. Ну, никакой геймплей. Даже по сравнению с Мафией 2. Никакой. Ну, как вот GTA 3, в ней же не очень играть приятно. Ну, посмотрите, какая вода.
Как вот все прорисовано, как вот видим или да, далеко как город стал, ну поприятнее, то есть. Так как я познал, как бы начал играть в эту игру давно, ну, не то что начал, первый раз поиграл, да. Вот. А росли мы, была такая игра, как GTA 3, если сравнивать эту игру. Я не скажу, что GTA 3 хуже. Я считаю, что это неправда. Я практически всю прошел. И это не хуже. Я считаю, что... Как сказать, наверное, все-таки наравне они. Просто разный сюжет, разные мотивы. Вот так. Ну, еще, конечно, Мафия 2, ну, недооценена, неплохая она игра. А вот третья часть, это уже большой плевок. Потому что как мафию ее не назвать. Не знаю. Но это сугубо мое мнение, я его не навязываю, не могу за других людей решать. Вот хотите, я полностью пройду для вас эту игру, этот мод. Причем вот специально хотелось мод, который не добавляет ничего, ну, в игру, да, как сказать, а просто немного ее, ну, допиливает, украшает, как бы так сказать, потому что много времени прошло с ее выхода. А когда она только вышла, казалось, о, и графика, и все просто идеально. Ну, посмотрите, как вот та же полицейского прорисована. Лучше, я сказал, лучше. Ну, на 2000 или 2002 год, я говорю, точно я не помню, когда она вышла. Конечно, это была бомба. Была. Ну, скоро, кстати, будет Battlefield 5. Скажу, неплохо. Я его даже куплю. Мне понравилась игра. Неплохо. Battlefield 5. Скоро выходит метро этот Эдух, потом Far Cry. Но от Far Cry я не жду ничего хорошего. А вот от метро хотелось бы, потому что вот которая до этого была, я ее проходил. Луч надежды. Тут я даже не буду спорить, понимаете? Пошел ты нахуй. Дальше перестрелка. Постараемся. Ну, я считаю, что именно вот эта модификация, кто играл, должен пройти. Они написали, ну, играть намного приятней. Игра стала красочней, а атмосфера, вот сама атмосфера, я считаю, конечно. Как будто Крестный отец посмотрел. Не хотел. Пришлось преследовать. Понимаете? Да ёб твою мать, нагоняют. О, ну спасибо, хоть подтолкнули. Прижми, нахуй. Так, ну все, поехали в бой, хватит пиздить. Сейчас перестрелка. Вот. Встретимся после.
Мало жизни, но думаю, пройду с первого раза, потому что читаю давно, ну, я говорю, но уже стало очень топорно. Ну, честно скажу. Очень-очень-очень топорно. Где эта перезарядка-то вообще? Так, перезарядить. Почему G? Почему G-то? Пускай будет G. Ладно. Режим снайпера, пускай будет это. Бомбом нет. Пускай будет вот это тогда. Ты чё?